Негативный информационный тон, который поддерживают отдельные средства массовой информации, не соответствует реальному положению дел в белорусско-российских отношениях. Об этом сегодня заявили министры иностранных дел двух стран. Главы внешнеполитических ведомств встретились в Москве, чтобы обсудить подготовку к празднованию 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией. Торжества пройдут в июне. Владимир Макеев и Сергей Лавров признали наличие некоторых спорных вопросов, например, в экономике, но общие подходы во внешней политике в отношении к участию в интеграционных структурах у Минска и Москвы неизменны. К юбилею партнеры намерены подойти, как заявили министры, с выполнением реальных дел. Это хорошая возможность наша встреча обсудить вопросы и двусторонних отношений, вопросы взаимодействия на различных международных площадках. Есть интересные идеи, которые мы в соответствии с нашей программой действий области внешней политики обычно согласовываем. Поэтому это хорошая возможность обсудить ряд актуальных вопросов нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества, с тем, чтобы мы к 25-летию установления двусторонних отношений подошли с какими-то завоеваниями, а не просто, чтобы говорили о том, что у нас возникли какие-то проблемы. Я думаю, это такие проблемы, которые подлежат решению. Отмечают, что нынешний этап нашей совместной работы происходит на не очень таком спокойном информационном фоне, но я хочу заверить всех наших коллег, что взаимодействие между министерствами иностранных дел, между другими ведомствами развивается в рабочем режиме, по-деловому. И сегодняшняя встреча, я убежден, поможет нам продвигаться вперед, в том числе в выполнении программы согласованных действий в области внешней политики союзного государства на 16-17 годы. Также Владимир Макеев передал личные соболезнования родным и близким постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, который скоропостижно скончался накануне. Глава белорусского МИДа отметил его выдающиеся качества дипломата и высокий профессионализм.